Привет, друзья, с вами Варчик. Это очередной видос с разбором ошибок по вашим реплеям, по вашим боям. Итак, давайте разбираться, что в этом бою было не так. И в основном речь пойдет про стрельбу. У нас на экране ВК-100. Замечательная карта Эрленберг. На самом деле карта уже далеко и давно не замечательная. Едем мы в город, прямо в середину, и сразу с самого начала встречаем Охо и стреляем ему зачем-то в НЛД, когда у него сверху на ВЛД огроменные два сисяндрища таких огромных, в которые нужно стрелять в середину. Когда стреляешь в середину, попадаешь в пулеметик и пробиваешь. НЛД стрелять нет смысла, там очень много брони. Тем более на нашем ВК-100, где пробитие 200 ББшкой основным снарядом, делать нам нечего в НЛД у ОХО. Поэтому стрелять туда было бессмысленно. Дальше мы перестреливаемся с американским тяжелым танком, который играет в окошке от башни. Нас оглушили, сломали пушку, и мы зачем-то продолжаем вперед НЛД выезжать и выцеливать орудием, которое сломано, плюс оглушение. У нас прицел на весь экран. Зачем это было делать, непонятно. Мы откатываемся назад, слава богу. Арта туда-сюда и скоро будет опять стрелять, поэтому потихоньку откатываемся назад. Слева у нас появляется объект 263 и стоковый СТ-1. И здесь у нас якобы проблемы, потому что это две бронированные девятки. Но проблема еще в том, что сейчас вы видели, куда стреляет наш игрок. Он стреляет в борт рамбующего 263. Какой смысл стрелять в танк, который спрятал все свои уязвимые зоны и рамбует? Получается, это просто был выстрел в никуда. И мы просто ушли на КД, пока мы на перезарядке, мы не составляем никакой угрозы вообще никому. Потом 263 подставил на НЛД, и мы ему туда стрельнули, нанесли урон, все хорошо. Но первый выстрел был бессмысленный. Сейчас же вы видите, как стоит 263 и рамбует. Но наш игрок не обращает внимания, что у 263 на крышке двигателя нет брони. И с любых нормальных орудий, у которых большой калибр, большая альфа, можно легко его пробивать черкачом по двигателю. А двигатель у него находится спереди. Вся крыша на двигателе, крышка, она вообще не имеет никакой брони. Туда практически любой снаряд залетает с уроном. Но наш герой этого не понимает. И в целом, что хочется сказать про это видео. Человек, который играл этот бой, он выцеливает абсолютно стандартные уязвимые зоны. НЛД и лючок. Все. Больше у него уязвимых зон в жизни вообще в танковой не существует. Он стреляет в НЛД, он стреляет в лючок. Все. У 263 нет лючка, поэтому либо стреляем в НЛД, либо в борт, который не пробивается. Все. Он не понимает, что вот эта вот крышка, которая на двигателе, она не имеет брони. В следующем моменте мы будем еще стрелять СТ-1 в голову, в башню и будем выцеливать лючок. Нам очень сильно повезло, во-первых, что СТ-1 стоковый, во-вторых, что эти обе девятки, они максимально глупые и не могут разобрать обычную восьмерку, которая в НЛД ватная, лючок, ну да, бронированный, но с 9 левела пробивать в принципе можно, и они просто не смогли убить восьмерку, которая стоит за трупиком, и пока они смотрели на нашего героя, сзади еще Шкода 9 левела накидывала, поэтому максимально глупые враги, нам с этим очень сильно повезло. В общем и целом, что хочется сказать по данному игроку. Основная его проблема в том, что он абсолютно не самообучается в плане стрельбы. Любой хороший игрок уже давным-давно бы, даже не зная врага, который находится перед ним, не зная, что за танк, какие у него уязвимые зоны, он бы их уже нашел. И даже я, когда встречаю новый танк в рандоме, мне не составляет труда довольно-таки быстро определить практически все его уязвимые зоны. А если я встречу его второй раз в каком-нибудь следующем бою, он изучен будет уже вдоль и поперек. Даже более того, я сразу примерно представляю, где у него там двигатель, куда ему лучше стрельнуть, чтобы он еще и загорелся. И все очень просто.
нужно пошрудить прицелом по врагу, визуально понять, где у него могут быть уязвимые зоны, посмотреть маркер прицела, какого цвета будет, желтый, рыжий, зеленый, красный, и где у него будут уязвимые зоны. НЛД, крышка двигателя, крыша башни, лючок. Бывает, что у лючка нижняя часть толстая, а верхняя тонкая. Также бывает уязвимая зона еще под крылок на гусенице. Под гуслю стреляешь, допустим, как Т-95. Т-95 бронированная ПТ-шка, казалось бы. Он пробивается, там меньше 200 пробития достаточно, чтобы пробивалось всегда в зеленое, просто в каток. Еще и каток обновляется. Все уязвимые зоны в картошке легко найти. Нужно всего лишь пошурудить прицелом по врагу. Но наш герой мало того, что не самообучается, он еще и из прицела не особо-то часто выходит. Не смотрит по сторонам. У него вот в этом бою туннель. И в этом туннеле 2,5 глупеньких врага, которые при помощи союзников разобрались в обычные доисторические уязвимые зоны. А новые уязвимые зоны искать мы не хотим. Такое ощущение, чтобы узнать новую уязвимую зону, нужно диплом целый защитить. Много чего изучить или что-то нужно для этого делать. Просто прицелом поелозить по врагу. После того, как стрельнули, выйти с прицела. Если врага некуда пробивать, нет смысла стрелять. Мы уйдем на КД и будем беззащитны, не можем никого наказать, пока не зарядимся снова. Стоять в оглушении с поломанной пушкой под артой, выезжая и показывая свое НЛД, тоже нет смысла. И в конце боя, последний момент, когда мы будем стрелять по Скорпиону, будет очевидно, что если посмотреть на миникарту, между нами и Скорпионом стоит дом. Это можно понять по указке. Пунктирная такая линия, которая идет от нашего танка, показывает, куда мы смотрим своим прицелом. И если эта линия пересекает черные квадратики, то это мы пересекаем дом. Значит, на линии, куда мы смотрим, стоит домик, а сквозь домик врага не будет видно. И в тот момент, когда мы нажимали выстрел, мы даже не проверили, где у него начинается укрытие, где заканчивается, для того, чтобы стрельнуть в середину. Мы стрельнули в самый край танка и еле-еле попали. И все эти вещи я рассказываю из видео в видео. Одно и то же. Сколько уже видео выпущено по разбору ошибок, вы ни черта не видите, вы меня не слышите. Либо я неправильно объясняю, хотя вы каждый раз в комментариях пишете, что все понятно, все очевидно, но каждый раз вы присылаете реплей, и каждый раз одно и то же. Одни и те же, буквально 5 ошибок примерно, которые вы совершаете все и всегда. Не можете быстро сами найти уязвимые зоны, не выходите после выстрела из прицела, чтобы оценить обстановку вокруг, не смотрите на миникарту, не проверяете зону прострела врага, и все это происходит каждый бой. Плюс еще сверху накладываются тактические ошибки, потому что не следите за боем. Одно и то же всегда и у всех танкистов. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока.